Новый упрощенный порядок получения российского гражданства зарубежными инвесторами обсуждался сегодня на заседании Кабинета министров. Как заявил Дмитрий Медведев, при решении этого вопроса правительство предлагает учитывать не доходы претендентов, а сумму уплаченных ими налогов. В течение 3 лет она должна быть не менее 1 миллиона рублей в год. Другая тема, которую затронули участники совещания – поддержка сельхозпроизводителей. Более 12 миллиардов, даже 12,5 пойдет на возмещение части процентной ставки по инвест-кредитам на развитие растениеводства. Эти средства необходимы для обслуживания кредитов на приобретение техники, оборудования, на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, в том числе переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Более 5 миллиардов рублей будет выделено на возмещение части процентной ставки по инвест-кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.